Привет всем, наш герой сегодня Саб-Зирыч. Это я, значит, все свои проекты решил свернуть, как только вышел фильм «Новый Mortal Kombat», спустя столько лет, сколько там, лет 20-25, никак, или больше. Да, и заняться этим товарищем, ага, мощным. У меня там еще, да, у меня еще лежит там диорама с Юрского парка, с Карнотавром, как меня просили тут. Давно уже. Потом с Ведьмака пара героев. Лепка и нарисовать надо. Скайуокер. Еще куча других динозавриков. Кинг-Конг. В общем, не знаю, как все это успеть. Времени не так много. Это я уезжал, в общем. Уезжал, и плюс работы много было, поэтому вот так вот извиняюсь, что не получилось у меня раньше все это закинуть. Сделать. Ну вот как-то так. А. Да, кстати, есть у меня Инстаграм там новый. Ссылочка есть под видео Инстаграм. Ну, группа еще пока только я ее создал. Так что там будут появляться какие-то фотки, видео, которые не входят в канал. Какие-то, может быть, спойлеры. То есть до выхода еще какие-то фотографии, работы сделанные, туда буду закидывать, чтобы было понятно, что я делаю. Какие-то, может, комментарии пишите там или что-то интересное, может. Well done. Так что вот решил я слепить Sub-Zero. Понравился мне он больше всех героев из этого фильма. Если по поводу фильма, то на самом деле слабоват, конечно, фильмец, мне кажется, немного, особенно с актерами. Так, поговорим, наверное, немного сегодня, поговорю я про сам фильм, про Sub-Zero самого. Ну и буду немного комментировать то, что я делаю по ходу лепки. Так что вот фильм, значит, фильмец... Вообще нормальный фильм, но подборка актеров у него какая-то странная была. На самом деле какие-то они хуже значительно, чем в первой части. В первой части вообще были огонь актеры. Актерский состав и все вот эти вот фишечки, приколы. В новом фильме на самом деле, наверное, только Кана один был, самый такой прикольный чувак. Рейден вообще никакой. Про Люкана я вообще молчу. Ну и Шансунг какой-то, он тоже странный дедок. Sub-Zero shows mercy. Ткань по лекалу, то есть лекалом может служить трафаретом может служить та же самая ткань. Я брал этот холст, приклеивал на холст и приклеивал и отклеивал, и получалась текстура, соответственно, ткани. Можно любую ткань взять, более желательно погрубее, чтобы текстура лучше получилась. Вот, значит, а так все по стандарту, каркас, металлический каркас у нас, все туда набабахиваем, наклеиваем. Значит, у нас фигурка 16 сантиметров, у меня такой стандартик. Да, и бонус. Теперь бонус. Бонус у нас съемный шлем. Как я его сделал, потом в другой раз я расскажу, покажу точнее, как это делается. Придумал я такую фишку для него. Снимается, одевается шлем. Все довольно надежно. Он крепенький такой. Не царапает голову. Вот такой прикол. И подставка. Съемная подставка. К
как подставку я делал также. Там у меня видео есть с этим кархародонтозавром. Сверху будет ссылочка. И эмблемка, сама надпись. Холодец, да, холодец. Ага, первая часть, да, первая часть-то покруче, конечно, была. Ну, она особенно, она еще выходила в то, конечно, в тот момент, когда, ну, в нужный момент вышла, в общем, можно так сказать. И по тем временам она довольно была круто смотрелась, хотя сейчас пересматриваешь с этими драками, конечно, немного смешно. Здесь драки покруче, 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 однозначно. Вот, ну вот холодильник, в общем, Sub-Zero у меня самый такой, по-моему, там крутой, но он и самый сильный. Скорпион, что-то я не понимаю, Скорпиона неоднозначно, не знаю, нормально эта тема, нет, что вот так его сделали таким самураем. Вообще, кстати, насчет Sub-Zero, когда я его делал, мне он показался каким-то, костюм у него вообще странный, на самом деле. Он же китаец, похоже, получается, китаец, а этот японец, Скорпион. И, насколько я знаю, японскую, китайскую культуру и все это увлекался. Это у него костюм что-то походит больше на японский, на самом деле, чем на китайский. То есть вот эти все одежды, вот это вот его латы, сбоку такие доспехи небольшие, как остались куски на ногах. Защита, это не забыл, как называется. Ну и все в этом духе, оно как-то более к Китаю подходит. Единственное, что внизу у него такие эти ткани, куски ткани, материи, вот это все. Я ее чуть больше сделал, она поменьше у нее, как я понял в фильме. Вот она подходит китайцам, да. А так, блин, японский он, японский Sub-Zero это у нас, походу. Меч, короче, ему решил сделать такой, как с рукой вместе лед, в общем. Вообще, я думал изначально прямо от меча лед идет по бочине, сбоку, через ногу и в подставку. Но потом я это благополучно забыл, сделал его обычным. Вспомнил только, когда уже меч стал делать. Ну да ладно, в принципе, так тоже хорошо получилось, и может быть и незачем это было делать. Thank you.
flawless victory.